Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня совсем такое небольшое коротенькое видео из раздела «Будни Электрика». В общем, запустили мы не так давно новую подстанцию, КТ-пушку. Это, кстати, новые выключатели Медосол, о них я еще планирую рассказать в ближайшее самое время. Это двухтрансформаторная подстанция с двумя вводами, двумя секциями 0,4. Это у нас положение сейчас вводов. Первый ввод и второй ввод включены, то есть раздельная работа, секционник отключен. Мы настраивали здесь схему АВР, это у нас реле контроля напряжения на каждом вводе. А на первом вводе горит красный светодиод. Это говорит о том, что напряжение на входе по 380 не соответствует норме. То есть либо отсутствует одна из фаз, либо имеется несимметрия по фазам, либо не соответствует чередование фаз. Чередование фаз я поменял, но эту проблему не решило. Потом решил измерить вообще напряжение по всем трем фазам, и оказалось, что на само реле не приходит одна фаза. Вот. Стал искать ошибку где-то в монтаже или где-то там, где мог возникнуть обрыв. И, в общем, нашел вот такую интересную ситуацию. Сейчас я вам ее покажу. Здесь у нас, вон видите, в той стороне через стенку установлен трансформатор. От трансформаторов идет шинный мост на наш вот этот автомат вводной. Так вот, реле контроля фаз, вот это, оно подключено непосредственно вот к этим шинам, которые идут от трансформатора. И вот если там приглядеться, то у нас на одной из, отсюда может быть не видно, у нас на одной из шин фазы С не подключен проводник. То есть, когда производился монтаж и сборка данной КТПН, просто-напросто монтажники забыли подключить данный проводник. Соответственно, чтобы это дело устранить, необходимо вывести трансформатор и подключить этот проводничок, чем я сейчас и займусь. Ну, как видите, после подключения проводника на фазу С реле у нас работает в нормальном режиме, горит зеленый светодиод, напряжение в норме, количество обрывов фаз нет, несимметрия в норме, то есть все отлично. Еще в конце хотел бы добавить, что у меня в обслуживании имеются различные схемы АВР, как по низкой стороне по 0,4, так и по высокой стороне 3,10 кВт. Таким образом, я могу вам просто продемонстрировать работу той или иной схемы АВР, не просто на бумаге там показывая те или иные контакты или катушки там реле, но и прям в действительности с работой, с отключением и включением коммутационных аппаратов. Это наиболее нагляднее, наиболее интереснее. Поэтому, если вам эта тема интересна, то пишите об этом в комментариях. А, кстати, еще хотел бы напомнить, что продолжается на моем канале розыгрыш с очень интересными подарками, поэтому переходите на канал, смотрите видео про розыгрыш. Условия розыгрыша очень простые, и есть большая возможность выиграть себе очень хороший подарок ко дню энергетика, ну или на Новый год. Так что, ну, на этом, пожалуй, все. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч!